Ой, что случилось? Ты где была? Мы не будем продавать дом. Тем более сад. У вас тут разбилось что-то? Разбилось? Нет, ну все наши планы разлетелись на куски. Мы не будем продавать дом. Тем более сад. Да этому дому и тем более саду грош цена. В базарный день. Нам неслыханно повезло, что этот никчемный клочок земли понадобился Васнецову, который предлагает нам за это, ну, сказочную компенсацию. Ты понимаешь? Ты меня слышишь? Ладно, тебе наплевать на Машу, на Даньку, на меня. Мы чужие люди, я понимаю. Но, ну, Кеш, это ж твой родной брат. А? А ты подумала, на какие шиши он будет учиться в Англии? Об этом ты подумала? Я не могу, ну иди, ну вот иди, иди, спроси ее. Ну, ты что, вправду не понимаешь, что такого шанса больше не будет? А мне что здесь светит? Ты в свое время смылась в Москву и все. Я на бюджетном училась. Копейки никто не дал, все сама. Слушай, у тебя проблемы в Москве, да? Ну, конечно. Муж трахнул сестру. Она ведь не такая зануда, как ты. Кеша, Кеша. Что, Кеша? Тебя, наверное, с работы твоей выгнали, да? Пинком под зад. Вот ты и решила вернуться сюда. В родовое гнездо. Так вот, гнезда больше нет. Вали обратно в свою Москву. Кеша! Кеша! Что, Кеша? Ты неудачница, Нина. Ну, пойми, ну тебе же самой от этого будет лучше. Или, если ты хочешь долю своих денег, Ниночка. Здравствуй, девочка. Здравствуй, здравствуй, здравствуй. Да вы проходите, смотрите. А что за запах? Девушка, запах выветрится, а квадратные метры останутся. За такие деньги такая квартира надо брать, уйдет. Алло, мам, говори только быстрее. Я не знаю, какой бес в Нину вселился, уперлась. Хоть кол на голове тиши, срочно приезжай. Слушай, а без меня никак нельзя. Я тут как раз несколько хороших вариантов присмотрела. Если ты не приедешь, тебе эти варианты не понадобятся. В конце концов, ты эту кашу заварила, ты расхлебывай. Мам, только не начинай, а? Ладно? Ну, короче, я все сказала. Без ее согласия мы ничего не продадим. Если не хочешь, не приезжай. Ну что, не передумали покупать? Не передумала. Ну вот и чаек. Мам, я понимаю. По-своему, они правы.
Внутри только как-то. Поссорилась со всеми. Так это ж прекрасно. Прекрасно, что поссорилась? Да нет, что слышишь не только голос своего разума. Ну, иди-ка сюда. Так вот, погляди. Ну, вот здесь вроде бы все правильно, да. Домик, собачка, перспектива. Одни цепляют. Потому что рукой художника водил разум. А вот здесь вот три цветовых пятна. Даже трудно понять, что это. Ну, какое ощущение свежести. Яркий солнечный день, цветущий сад. Ощущаешь почти физически. Потому что писалось сердцем. До сих пор преподаете в художке? Да, нет, я давно ушел оттуда. Кстати, это твой рисунок. Смотри, с той стороны. Видишь? Нина Ильина, 12 лет. Когда ты слышишь сердцем, у тебя получается все правильно. А вот, смотри, 17 век. Настоятель монастыря не хотел мне отдавать. Говорит, у вас нет охраны, страшно. Икона, надо сказать, бесценная. Но когда он узнал, сколько стоит реставрация, ну, повздыхал, да и отдал мне. Да, кстати, насчет дома. Ты сходи в строительную организацию, напиши заявление, что я, мол, против продажи, вот и все. Народ, вот и шампанское. Наконец-то шампанское, знаешь, вот так нельзя долго нести шампанское. Так, давай. Ну, немножечко. Раз за что пьем? Ну, как за что? За Англию? За Англию. За Англию. За Англию. За Англию. За Англию. Ну что, когда вы едете? Да вот, последний этап остался и... Правда, Кеш? А я вот пойду к отцу на фирму работать. Буду богатым и свободным, а вам еще 1000 лет с этими учебниками париться. Угу. А мы отучимся, вернемся и купим твою фирму вместе с тобой, понятно? Не, слышу. Видишь как? Правильно, правильно. Давай, по второй, давай. Давай мне еще. Больше. Так, молодежь, расслабляемся, значит. Привет. Привет, папа. Вовсю строим бизнес-планы. Ты не очень налегай. Кеша, друг мой, что ж такой невеселый? Да я веселый, все хорошо. Все хорошо? Угу. Ну, значит, хорошо. Я документы возьму и на работу обратно. Угу. А вы тут расслабляйтесь. Отдыхаем. Слушай, тут такое дело, в общем, у Кеши проблемы по твоей части. Какие же проблемы по моей части? Интересно. Пап, понимаешь, приехала его сестра и наотрез отказывается продавать дом. На королеву. Да ну брось, быть этого не может. Я там такие отступные предложил, но намного больше реальной стоимости участка. Не могу же я достать из кармана деньги и дать твоему Кеше. Ну а его сестра отказывается и все. Кеша вообще думает, что у нее того крыша поплыла. У молодого человека дурная наследственность. Ну, я бы на твоем месте призадумался бы. Папа, я серьезно. Я тоже. Ну, что ему делать? Можешь утешить своего Ромео. Скажи ему, что наши крыши не плавают. Эй, все будет хорошо. Ha ha ha.
по какому вопросу? Что у вас? Это вам нужно к Виктору Андреевичу Васнецову, а его сейчас нет. А, знаете что, пройдемте со мной. Проходите, пожалуйста, в этот кабинет. Да, я вас слушаю. Здравствуй. Здравствуй. А ты что здесь делаешь? А я с заявлением. Ну-ка, давай. Ну, слава богу, наконец-то я вовремя. Володь, подпиши тут. Сейчас, погоди. Ой, это срочно, меня сейчас... Сейчас, Мир, подожди. Нет, ты понимаешь? Я просто здесь строительством занимаюсь, но я попробую для тебя что-нибудь выяснить. Спасибо. Куда же ты исчезла? Я тебя искал, искал. Зачем? Ну как зачем? Нин, а там кафе есть? Может быть, кофе попьем? У меня как раз полчаса времени. Я не могу. Может быть, я тебя обидел чем-то? Что-то случилось? Володь, послушай, я... О, Володь, если ты мне сейчас не подпишешь, да, я... работа станет. Там давай быстрее. Давай. Вот здесь, и все, для бухгалтерии и начальства. Ага. Все, все, все. Ага. Нет! У нее упрямства всегда на троих хватало. Как сказать, ладно, ты ей чужая, я чужая, но Кеша ее родной брат, единственный близкий человек остался. И такую подлость ему, ну за что? Даня, перестань скрипеть. И знаешь, вот этот такой остановившийся взгляд, как загипнотизированная. Ой, ничего, разберемся. Маш, я знаю, что подумала. Если с ними не получится, есть еще вариант. Какой? Нужно поговорить с управляющим компанией, ну, которая скупает участок, фамилия Васнецов, адрес я узнала. Так, Дань, ты перестанешь скрипеть, а? И чтоб с участка не ногой. Вот с ним вечно так. Обидится, спрячется, ищи его потом. А, кстати, Васнецов вдовец. Художник появился. Да? Последний штрих. Мама, новые люди, это всегда хорошо. Привет. Привет. Привет, красавица. Привет. Привет. Смотри, класс. Вау, да? Круто. Здорово. Здорово. Привет. Салют. Я Кеша. Я Женя. Очень приятно. Приятно. Слушай, Алена говорила, ты с ней в Англию собираешься. Ну, типа того. Молодчага. Ну, держи, студент, через это все москвичи прошли. Это что такое? Это бомба. Давай, давай, не дрейф, под язык клади. Это что, наркотик? Стимулятор. Ну, мы, короче, все попробовали. Ну, я тоже. Ну, давай, 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 давай. А теперь на трассу. Ну, поехали. Давай, давай, давай. На трассу. Давай, давай, давай. Нет, что случилось?
Малыш, ну только не сейчас. Что такое? Сейчас, не надо. Что, ну опять не заводится? Ну я не виноват. Ну... Блин. Чё, не заводится? Нет. Ален, подвезти? Не возражаешь, студент? Ну что, поехали? Ты догоняй! Адьос, амигос! Что-то случилось? Да, случилось. Давай мириться, а? Слушай, все совершают ошибки. Я не собиралась разрушать твою семью. Прости меня. Давай все забудем. Глеб тоже очень сожалеет. Подумай, что важнее, 3 года брака или какая-то случайная глупость? М? Ты права, 3 года сплошного брака. Нин, ну приедет Глеб, заберет тебя в Москву. Все наладится. Тебе ведь не мое прощение нужно. Ты любой ценой пытаешься добиться от меня разрешения на продажу дома. Ладно. Мы с мамой все поняли, обсудили, решили. Ты, естественно, тоже получишь свою долю. Естественно. Мне не нужны деньги. Это такая месть, да? При чем здесь месть? Тетя Нина! Тетя Нина! Тетя Нина! Тетя Нина плохое настроение, ей не до нас. Пойдем домой. Нина, присядь, присядь. Я твои вещи перенес в комнату. Так поживешь пока у меня. Ну, а я в мезонине, у меня там кабинет. Ну вот, я тебя все-таки нашел. Привет. Нин, видишь ли, я поднял там все бумаги, и большинство жителей переулка уже получили компенсацию за свои дома. Так что снос домов, он неизбежен. Это огромный проект, там задействованы большие люди, бодаться с ними бесполезно. Понимаешь, я тебе могу помочь, что... Володь, извини, что побеспокоила, я поняла и про проект, про больших людей. Нин. И не нужно нам больше встречаться. Почему? Нина, Нина, я тебя нашел! Гань, ты что, опять без спроса? Бабушка, знаешь, как тебя будет ругать? Бабушка на работе, а мама красиво оделась и ушла. Да ты что? Ну, снимай свои руки. Говорите. Здравствуйте, мне нужен Виктор Андреевич Васнецов. Слушаю вас. Виктор Андреевич, я сестра Кеши Ильина. Он с вашей Аленкой учится. Ждите у ворот.
Ну так что вы хотите? На самом деле, не самая удобная поза для общения. На самом деле, я очень спешу. Я тоже. Ну, садитесь. Так. Алена мне сказала, что у Кеши есть сестра, которая не хочет продавать дом. И... А у него две сестры. И вы та, которая против? Я та, которая за. А-а-а. И что же вы хотите? Вы человек, который разбирается в таких делах. Подскажите, есть ли способ решить вопрос без сестры? И в кратчайший срок. Вы хоть понимаете, о чем меня просите? Я прошу лишь совета. Саша, останови, пожалуйста. Вот. Этот человек, он может вам помочь. Большое вам спасибо. Пожалуйста. Ну, а сейчас, извините, у меня действительно нет времени, я очень спешу. До встречи. Угу. Папе в Австралию. Малыш, а твой папа разве в Австралии? А ты что, не знаешь, он уже там, в командировке. Малыш, Австралия очень далеко. И звонить туда очень-очень дорого. Вот, тебе принес. Ты только позвони. Да, ложись, потянись к ней, потянись к ней. Вот. На меня смотри, глазки дай, вот. Звонок. Отстань. Игорь, это заканчивай. Не улыбайся. Отдохнем. Алло, кто это говорит? Вне зоны. Ну, правда, ты им не звонил. Во-первых, в Австралии сейчас ночь. Нужно дождаться, когда у них наступит день. Но когда у них наступит день, у нас будет ночь. А что малыши делают по ночам? Спят. Правильно. Спят. Да. Ну, не расстраивайся. Я тебе обещаю, я обязательно позвоню ему ночью, а потом тебе все расскажу утром. Идет? Идет. Нельзя было мне позвонить. Я полгорода обегала. Да не идем домой. Прямо в угол. Я считаю до трех. Раз. Данечка, иди с бабушкой домой. Два, три. Алло, Игорь.
Салют, народ. Здорово. Привет. Здорово, мужики. Почему трубку не брала, я тебя целый день ищу. А я что, должна перед тобой отчитываться? Остынь, парень. Сам остынь. Тебя сюда никто не звал. Слушай, ну, за других не расписывайся, ладно? Правда, Кеша. Давай, брат, на позитиве. На минуточку, можно? Я не понял, что происходит. Кеш, ну не начинай, ладно? Ну не смешно уже, правда. Не смешно? А ты хочешь посмеяться, да? Ты тебе что, Мига? Смешно? Тихо, Кеш, Кеш, все, успокойся, пожалуйста. Не смешно уже. А с тобой мы еще поговорим, мудак. Топай, топай, Отелло, аккуратно. Вот, пришли последние документы по землеотводу. Начинаем готовить площадку, все по графику. У тебя все? Все. Значит, все нормально? Никаких проблем? Нет, насколько мне известно. Вот мне известно, что жители Ипатьевского переулка выезжать из своих домов не собираются. Мне известно, что они даже организовали там какой-то уличный комитет. Я не знаю, откуда у вас эти сведения. С жильцами есть небольшие неприятности, но мне докладывали, что все разрешимо. С ними еще раз. Тугаев, мне надо, чтобы ты сейчас встал, поехал туда и сам лично во всем разобрался. Поговорил с людьми, это понятно? Понятно. Виктор Андреевич, а можно мне тоже съездить? Тебе-то чего туда переться, уж не по твоей части. Ну? Я, впрочем, сейчас это не важно. Давайте. Здесь осечки быть не должно. Вперед. Добрый день. Здравствуйте. Мы будем разговаривать с каждой семьей в отдельности. Вот правильно, что вы говорите. Давай ответим, надо поговорить. Послушай, я очень сожалею о том, что произошло. Это была чудовищнейшая ошибка. Что мне нужно сделать, чтобы ты меня простила? Ничего. Нет, послушай. Ну, как же Москва? Работа. Наш дом, в конце концов. Давайте успокоимся. Давайте успокоимся. И будем заниматься каждый своим делом. Здесь мой дом. Где здесь? На газоне элитного гольф-клуба? Ты фотографию отца не прислал с дня рождения. Помнишь? Ну да. Нин. Нина, где твое кольцо? Дух воды забрал. Привет, Кеш. Подрался? Нет. Кеш, у тебя неприятность? Угу. Родился не в то время и не в том месте. Да, хорошо там, где нас нет. А я хочу быть там, где меня пока нет. Нафиг тебе эта развалюха и этот задрыпанный сад? А ты что, не понимаешь? Она же нам мстит. Наслаждается своей властью, наконец может отыграться. Злая мачеха никогда не любила, сводная сестра отбивала мальчиков, а папочка все внимание уделял маленькому Кеше. Знаешь, кто ты, Нина? Ты мелкий, злобный хорек. Маша!
Нин, ну неужели ты не понимаешь, что дело уже даже не в нас, запущен механизм? С кем ты собралась бороться? Да уезжала бы ты вообще отсюда, от греха подальше. Мам, ну что ты с ней разговариваешь? Миша, она считает ниже своего достоинства даже повернуться к нам. Ты своей прихотью всех нас до беды доведешь. Нет, наверное, я не скажу. Ну чего ты уперлась? Я тебя очень прошу по-человечески. Кеш, ты ведь в Англию не за учебой едешь. За Аленой своей. Да пошла ты. Здорово! Есть разговор. Старик, я слышал, у тебя проблемы, могу помочь. Да остановись ты! Или боишься? Тебе? Нет. Ты зря на меня обижаешься. Аленка мне твоя не нужна. Я не для того из Москвы приехал. Ну, а я для чего тебе? Есть работа. Серьезные люди платят хорошие деньги. Хватит и на Англию, и на все остальное. Какая работа? Пойдем поговорим. Алёнин, привет. Как дела? Как там Данечка, мой сыночек? А у папы сегодня день рождения. Да. Алёнин, привет. Привет. Расскажи мне про него. Про Даню? Какой он? Что любит? Что говорит? Ну, он очень хороший мальчик. Чуткий. Трогательный, самостоятельный очень, убегает очень часто. Мультики любит. Рисовать. Про папу спрашивает. Нина,
Ты не могла бы прислать мне его фотографию? Конечно. Ну что? Через неделю можно приступать к строительству. Ты готов? Володь, я тебе вопрос задал. А, Виктор Андреевич, а может не будем сносить вот эти три дома? У меня есть другое предложение, смотрите. Вот если засыпаем вдвоем вот здесь, тогда площадку переносим сюда, дорога проходить будет вот здесь, и дома сносить не нужно. Я тебя для чего послал? Чтоб ты решил проблему, а не создавал мне новую. Или я что-то не понимаю? Виктор Андреевич, ну там люди настроены действительно серьезно. Это правда. Если поднимется шумиха, вы просто можете потерять иностранных инвесторов. Вот это тебя должно волновать меньше всего. Твое дело строить быстро и качественно. Свободен. А как же люди? Свободен. Понятно. Значит так. Я ничего не хочу об этом больше слышать. Вопрос нужно решить до конца недели. Вы уверены? Решай вопрос. Хорошо. Привет. Я тут, ну, это, подумал, что ты сказала, и ты права, в общем. Извини меня. Чаю хочешь? Хочу. Тебе черный, зеленый? Черный. Значит, ты теперь здесь обитаешь? Ну, пока да. А потом? Не знаю. А это что? А, это икона 17 века, Борис Сергеевич реставрирует. А это? Рисунок мой. Художки когда училась, пока мама была жива. Подожди. Алло? Что? Пожар? Да, я еду. Наш дом горит. Поехали. Ставлю надо закрыть. Кеша, быстрее! Да-да. Кеша! Да, бегу. Похоже на поджог. Что сделал? Ты. Я при чем? Да горит-то только у тех, кто уезжать не хочет. Вот три дома и горят. Соседи говорят, видели поздно вечером в переулке странных мужиков. Ночь на улице, они в солнцезащитных очках. Говорила, доведешь ты нас до беды. Вот так и получилось. Мы еле выскочить успели. Где Кеша? А?
Кеша! Здесь, со мной. Нина! Нина, все живы? Нина, ты в порядке? Работу приехала принимать, они справились. Какую работу принимать? Ты о чем? Ты не в курсе? Зачем приехал тогда? Мне сказали, горит дом. Я очень волновался за тебя. Нина, ты, я правда волновался за тебя. Никогда больше ко мне не приходи.